Всем здравствуйте! Буквально несколько минут назад в личном блоге Леры Кудрявцевой появилось тревожное сообщение. Телезвезда рассказала, что ушла от супруга, хоккеиста Игоря Макарова. При этом Лера не стала уточнять, что именно произошло в ее семье. Телезвезда предпочла ограничиться общими фразами. «Я ушла от мужа. Алкоголь – зло, точка, комментариев не даю, СМИ – не беспокоить, спасибо». Личное в публичное вынесло намеренно. Таким сообщением 52-летняя Кудрявцева очень встревожила подписчиков. И все же публика надеется, что подобный пост «Звездная блондинка» опубликовала на эмоциях и вскоре удалит его или даст опровержение. Напомним, супруги поженились более 10 лет назад. В 2018-м у пары родилась дочь Мария. Эта семья казалась идеальной, даже несмотря на то, что Кудрявцева старше Макарова на 16 лет. Если честно, то я очень люблю взрослых мужчин, умных и интересных. Но в официальных отношениях я их не могу даже представить. С возрастом начинает проявляться некая скукота. Иногда и мой нудить начинает, хотя еще молодой. Он больше старик, нежели я старушка, это правда. Он может на диване полдня пролежать, а мне это не нравится. Иногда сидит и думает о чем-то, может всю ночь не спать, а просто лежать и прокручивать в голове какие-то мысли, признавалась как-то телеведущая. К слову, Лера Кудрявцева довольно часто откровенничает с журналистами на тему личной жизни. К примеру, в свое время она рассказывала о романе с влиятельным человеком по имени Дмитрий. Эти отношения чуть не привели к трагедии. «Он прослушивал мои телефоны, за мной ездила охрана, я дышать не могла. Все мои друзья, родители, мама, сестра были просто под каким-то гнетом. У него были деньги и большие возможности. Он сначала дал мне все, а потом все это забрал. И самое главное, забрал мою нервную систему. Я говорила, я тебя не люблю, отпусти меня. Он отвечал, или ты будешь жить со мной, или я тебя закопаю. Я убегала, охранники меня возвращали, я жила с человеком просто насильно, делилась телеведущая. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.